بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجاي мы телезрителям снова приветствуем вас я хотел бы напомнить то что мы начали серию передач относительно разъяснения практических указов ислама И на прошлых передачах мы обсудили значит, положение относительно макеллята, то есть религиозно обязанного человека. Также обсудили положение относительно таглита, то есть подражания. И э, с позволения Аллаха мы бы хотели приступить к обсуждению следующего раздела, так как положение относительно подражения и относительно маджи таглита, то есть ученого достойного подражения, у нас как бы закончились. Вот, конечно же, есть и другие положения относительно данной темы, но здесь вы должны уже обратиться к своим учителям, к своим ученым и книгам, которые более подробно рассматривают данную тему. Но мы, в принципе, объяснили вкратце все то, что необходимо знать человеку, который является макиаллафом, то есть религиозно обязанным относительно данного положения. Теперь э, мы приступаем к рассмотрению вопроса о очистителей прошу прощения, о разделе, где обсуждается именно ритуальная чистота в исламе. Вы знаете, что ритуальная чистота и вообще чистота в исламе, ей придается большое, скажем, внимание и значение. И это является, скажем, одной из необходимых частей мусульманина. Ритуальное омовение, допустим, оно способствует, чтобы его поклонение принимали с Всевышним Аллахом, так как вы знаете, что вы, прежде чем совершить намаз, да, человеку необходимо совершить вузу, это малое омовение. Также если русл, если он у него испортится, это полное омовение, о которых мы обсудим чуть позже. Но что я хотел до вас донести? То, что на самом деле вузу, вузу, то есть, допустим, ритуальное омовение, да, что полное, что малое, оно имеет большое значение для нас, для тех, которые поклоняются Всевышнему Аллаху. И в некоторых случаях наше поклонение принимается только посредством ритуального омовения. А в других случаях мы можем, в принципе, не совершать ритуальное омовение, да, но наше деяние будет не камель, не совершенным. Подобно тому, как я, если хочу почитать Намаз, о, прошу прощения, почитать Коран, то мне необходимо совершить... Ну, является желательным я прошу прощения совершить значит малое омовение вот, и после этого прочитать коран. Ну, если у меня малого омовения не будет, я все равно могу прочитать коран но конечно же духовное действие чтения этого Корана будет немножко другим. если я совершу его с малым омовением, мое деяние, мое богослужение будет более совершенным. Ну и о многом другом мы поговорим чуть позже относительно данной темы. Я просто хотел донести, что эта тема является очень важным, важной для нас. Теперь опять же мы открываем нашу книгу по шариату, где э, разъясняется практически указание ислама. И первая тема в разделе о чистоте является именно вода. То есть мы сейчас будем обсуждать, с позволения Аллаха, виды вод. Виды вод. Так как вы знаете, что самым главным очистителем и, скажем, инструментом чистоты является именно вода. То есть посредством воды люди очищаются. И поэтому для этого нам надо а, обсудить именно темы относительно а, значит, видов воды, то есть мы должны понять, насколько видов делится вода с точки зрения шариата. И, э, значит, как говорится здесь, что виды воды бывает двух видов. Или вода является мутляком, или вода является мудав. Что значит вода-мутлак и что значит вода-мудав? Мы обсудим это чуть ниже. Я пока как бы дам краткий план, то, что мы будем обсуждать. Мы скажем, что вода делится на мудаф и делится на Мутлях. Мутляк, в свою очередь, делится на мауль матар, на дождевую воду. Также делится на аль мауль джари, на воду проточную. И также делится аль то есть на стоячую воду. И стоячая вода, в свою очередь, делится на кор и галиль. Большая, то есть кур это вода, которая достигает большого количества, а галит, которая достигает малого количества, да. И каково это большое количество с точки зрения шариата мы обсудим чуть э, позже. Значит, мы выяснили, что вода у нас бывает или музафом или мутлагом. Вода мутлаг делится на мауль матар, на мауль джари, на мауль ракет, и, и то же самое мауль ракет делится на воду кур или калит. Теперь вопрос: что значит вода музаф? дайте определение в воде муза. Здесь говорится, что аль-мауль-мудавху аль-мауль-лазиля ясиху итлаху исмульма алейх мин дуни кайдинау изафатин саван кана му'тасира мин аль-адсам кама аль ам кана мухталитан бишейин Здесь говорится, что, не буду дальше читать, просто объясню, что здесь говорится. Здесь говорится, что вода мудав, это та вода, которую нельзя назвать водой. То есть абсолютно ее нельзя назвать водой. Надо что-то к ней приставить, что-то к ней добавить. Допустим, вода, апельсиновая вода. Да, эта вода является водой мудав. Так как мы апельсиновую воду не можем назвать водой, потому что она не является абсолютно водой. Да? То есть она э, вода с примесью да? И здесь говорится, что вода мудав, она или, же, или является выжатой из чего-либо, или же не выжатой, а смешанной с чем-либо. Допустим, выжатая вода — это апельсиновый сок. Взяли, выжали апельсин, эта вода является мудав. Ее нельзя назвать абсолютно водой, да? Абсолютной водой, то есть водой без чего-либо. Всегда надо что-то добавлять к ней. Мы же не называем апельсиновую воду водой, правильно? Или же не называем воду из арбуза водой. Мы говорим арбузная вода, апельсиновая вода, допустим, да? виноградная вода и так далее. Вот. Значит, вода мудав, то есть вода с примесью, она бывает как бы двух видов. Или муатасар, или она выжатая, или она мухталитан, или она э, смешанная с чем-либо. Да? Это то, что касается воды мудаф. Это мы как бы объяснили, что значит мудаф. А теперь положение относительно мудафа. То есть на что она способна, эта вода в шариате. Говорится, что альма уль мудаф ла ютахару шей Лейса То есть вода мудав, она не очищает какую-либо вещь из скверны. То есть она не очищает скверну и не является мутахират. Мы обсудим в разделе мутахират, очистители, да, что у нас 10 вещей, 10 вещей у нас очищают наджасад, очищают скверну. То есть в шариате есть 10 вещей, которые очищают скверну. И одной из самых главных из них является именно вода. Но не вода музав, а вода мутля, о которой, мы, о которой мы поговорим. То есть вода с примесью не очищает какую-либо вещь, которая стала оскверненной. И дальше здесь говорится, -наджаса, если такая вода, то есть вода мудав, она попала в наджис, да, то она становится, естественно,

не поменяла цвет или же вкус или же запах этой воды муза. То есть этот наджасад, это скверно, это кровь, она не поменяла цвет, цвет, запах и вкус. То все равно эта вода муза становится оскверненной. И даже если этой воды муза будет количество кур, мы дальше обсудим, что вода кура это та вода, которая примерно достигает 384 литра. Здесь, конечно, есть маленькие разногласия, да, но э, вы, в принципе, можете взять да, 390, насколько мне известно, дальше 390, там, по-моему, разногласий нету. Но в любом случае, 384 литра, я еще раз говорю, если в данном вопросе есть разногласия, вы должны, конечно же, обратиться к своему Марджет да, своему ученому. Примерно это 384 литра. Значит, если в э, воду мудав упадет на джиз, и эта вода, даже если будет количество кур, так как мы дальше пройдем, что если вода достигает количества кур, если у нее не меняется запах, вкус и цвет, то она остается чистой, если даже на нее, в нее упадет на джиз. Но в данном случае этого не будет, потому что это вода мудав сколько бы ее количества не было, хоть 2000 литров, если туда упадет на джиз, то эта вода, она, конечно же, осквернится. Я еще раз говорю, могут быть, конечно, большинство наших ученых говорят, что оскверняется, но могут быть какие-то ученые, которые говорят, что не оскверняется, да, если вода будет достигать количества кур, то есть если вода муза будет достигать данного количества, она не осквернится. Это, конечно же, надо уже обращаться к своим ученым. Но э, машхур да, на основе именно э, принятого, да, общепринятого, является то, что вода музав, сколько бы ее количество ни было, если туда хоть капелька крови упает, то она станет наджейс. И даже если не поменяется цвет, э, значит, э, вкус и запах. Кажется, что кажется что не является достоверным делать вузу делать гусл, то есть полное омовение малое омовение посредством воды мудав если человек придет и сделает такой водой то есть водой мудав вуду, малое мовение, омовение то его воду его омовение аннулируется и оно не допустим берешь, берете апельсиновый сок и совершаете омовение это воду является недействительным. С точки зрения шариата. И здесь следующее положение: здесь я его зачитывать не буду, да, чтобы не тянуть время. Здесь говорится, что иногда в воду добавляют некоторые вещества, которые способствуют, что вода становится немножко молочного цвета. Допустим, хлорку добавили или еще какие-то другие вещества. И здесь говорится, что э добавляет, но все равно эта вещь, то есть это вещество не делает воду мудафом, да, то есть нельзя эту воду назвать, что она прям с примесью, что она смешана с чем-либо, да. Из-за этого разрешается, так как она не становится мудафом, да, это вода посредством этого вещества, поэтому разрешается посредством нее чистить какие-то вещи, мыть какие-то вещи, да, и также является верным, если вы совершите воду и гусаль посредством значит, данной воды. Уважаемые телезрители, к сожалению, наше время подходит к концу, мы вынуждены с вами прощаться, но хотелось бы напомнить и вкратце рассказать, что мы обсуждали на данном значит, уроке, на данном занятии. Мы сказали, что наша вода делится или на мудав, или на мутляк. Также, в свою очередь, вода мутляк делится на Мауль матар, на мауль джари на мауль то есть, это значит дождевая вода, проточная вода, и также это э, значит стоячая вода. Сказали, что стоячая вода делится на кур и калиль. Кур это та вода, которая достигает 384 литров. И галиль это та вода, которая не достигает данного количества. Также мы обсудили, что значит вода мудав. Да? Вода мудав это вода с примесью она или выжата из чего-либо, или же смешана с чем-либо. Чем, с чем Также мы сказали, что водой мудав вы не имеете права совершить вуду и гусл. Если вы совершите, ваше омовение является недействительным. И сейчас я вынужден с вами прощаться, но обязательно на следующей передаче мы продолжим обсуждать данную тему. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.